Добрый день всем, это демонстрация Resident Evil 2 демо, ремейк, это вот эта тайминговая демо, которая есть только 30 минут, а потом тебя отрубает, и ты не можешь ее пройти повторно, да-да-да, это очень смешно и так далее. Не совсем понятно, зачем они ввели это ограничение, предполагается, что это отсылка к демоверсии Resident Evil 2, вот той старой, там где тоже было какое-то ограничение, по-моему, даже меньше, может быть, даже 15 минут, я толком не помню. Но, по-моему, ее можно было перепроходить повторно, я не уверен. Но тут совершенно драконовское какое-то ограничение жестоко. Надо все время бежать, бежать, быстрее, быстрее и так далее. Потому что боишься, что все не успеешь посмотреть. Опять же, включается такая психология, что ли. Возможно, типа такой пример, такой типа супер-пиар ход, типа, чтобы людям было о чем поговорить и так далее. Естественно, существуют всякие там страшные тренеры, способы почистить там свою дату на компьютере и так далее, но я этим пользоваться что-то слегка побаиваюсь и так далее, поэтому вот у меня будет вот эти 30 минут, которые я честно попытаюсь отбежать, хотя я, конечно, потренировался заранее, а как, не скажу. Я включил русский язык, обычно я играю, обычно я играю, короче, с английским текстом, звуком и так далее. Но специально для наших зрителей я включил русские субтитры, и чтобы мы смогли как бы оценить качество перевода тоже. Окей, ладно, давайте пойдем, короче. Пройдем кампанию и познаем кошмар. Опять же, демоверсия, в которую можно играть только при подключении к интернету. Resident Evil 2 для многих является любимым классическим Resident Evil'ом. Мне тогда раньше он, наверное, тоже был любимым, хотя я точно сказать не могу, потому что это было достаточно давно. Но да, естественно, мне нравился больше, чем первый, это стопудово. И я даже, наверное, уверен, что больше третьего, потому что третий меня слишком пугал своим страшным немезидой. У меня не было каких-то особых причин любить Resident Evil 2. Кроме того, что это была игра про зомби, и это были зомби в городе. И мне это уже было достаточно, чтобы любить игру. Как видим, у нас инвентарь на 8 слотов. Есть коробка, в которую можно складывать наши классные вещи. Можно объединять патрончики. Все знакомо, все олдскульно, бла-бла-бла. Управление похоже на Resident Evil 6. Сейчас мы его рассмотрим подробнее после этой сценки, которую я, конечно, могу прокрутить, но давайте ее посмотрим. Винда 95. Или 98. Вы, наверное, уже обратили внимание, если у вас раньше не были знакомы с Resident Evil 2, что полицейский участок выглядит достаточно странно. Он не похож как бы на классический полицейский участок. У нас такая галерея, почти что то ли музей, то ли, ну, знаете, похоже на, ё-моё, этот, как его, дом у нас есть. Гостиный двор. В оригинале здание было достаточно обычным, но оказалось, что дизайн оригинального первого Resident Evil, вот с этими лестницами, проходами, западным крылом, восточным крылом, дизайн был настолько удачным, что его решили использовать повторно. А обычные, как бы, они не смогли заставить работать обычное расположение. Как это называется? Обычный дизайн, обычный интерьер полицейский. Он плохо работал под игру. Мне сложно оценить, как бы, графически игру. По-моему, выглядит нормально. Лучше шестого Resident Evil. Можно включить цвет, наверное? А нет, это... это фузы, наверное, ё-моё. Можем целиться, можем ходить. Можем ходить и целиться. Конечно... совсем эти наши товарищи, как их называют? Ортодоксы. Это не оценят. Все остальные скажут спасибо. You got this.
Это наше объяснение тому, почему зомби не прошли в ту часть, с которой мы пришли. На полу водичка, она меня вообще смущает. То, что странно выглядит. Я сначала думал, это эффект отражения на плитке. Но нет, это протек унитаз. Вот, вот он виновен. А почему, неизвестно. Взяли спрей. Но это медицинский спрей. Я думаю, это такая попытка в юмор. Почему затопило? Мы не знаем. Почему унитаз засорился? Возможно, в полной версии игры там будет валяться чья-нибудь голова или рука. Зеркала не работают. Я не вижу Леона. Прошу прощения. Я плохо ориентируюсь на местности. Поэтому могу ходить не туда, куда надо. Вот мы видели пример замка. Вот этой цепи, которую, наверное, в полной игре мы сможем разрезать с помощью каких-нибудь промышленных кусачек. Но в игре есть и двери, которые закодированы замками вот привычными, там, типа, замок пики, типа, ну, по карты, по масте карт. Отличные кишочки и так далее. Не совсем, правда, понятно, как зомби его смогли так убить. Я думал, что его убьют не зомби, я думал, его убьет какой-нибудь страшный, там, ликер или хантер разорвет, это было бы понятней. Но это у нас такое в стиле Дня мертвых. Художник. Что в ящиках посмотреть не можем. Двери у нас не являются защитой от мертвых, как видим, они их могут открывать. И хедшоты работают не так, как раньше. Нам надо по 4 выстрела. По 4 или даже по 5? О! Даже по 5. Даже по 5 выстрелов на одного мертвого. Убивать, естественно, нам их не обязательно, потому что это Resident Evil. Мы можем просто взять руки в ноги, ноги в руки и убежать. Вон на этот, кстати, 2 и 3, 2 и 3. То есть тут рандомное количество пуль. Ой-ой-ой. Быстрый разворот, кстати, тоже работает. Толстый зомби. Я долблю по пробелу, как будто бы это мне поможет. Да что такое? Как мне стыдно, ребята, простите. Это не выход? О нет, о нет. Ой, я же отсюда пришел. Черт. Как мне стыдно, ребята. Блин. Слушайте, я первый раз, когда я прошел игру, меня даже ни разу не укусили. Но вот зато теперь мы знаем, как выглядит, короче, смерть в Resident Evil. Вы погибли. Ой, я выбрал упрощенный режим. Я думал, меня спросили Господи, я думал... А у меня не было времени читать. Я думал, меня спросили, перезапустить игру или нет. О, тут есть чекпоинт. Круто, я думал, я начну с самого начала. Здесь нам можно прокрутить? О, можно прокрутить. Офигеть. Ё-моё. Сейчас. Значит, направо. И куда тут дальше? Тут, значит, отсюда.
Теперь по два, смотрите, теперь по два только хитшота надо было. Блин, я не вижу выход. Темно, и я дезориентирован. Вот красная фигня, по идее, должна показывать на выход. Я что, сделал круг? О, господи, как мне стыдно и тупо. Я не могу выйти из этого коридора. Так, ну отсюда... Это я проходил. Чего, сука? Красная, красная, выход! Е, ура! Господи, какая стыдоба. Смотрите, короче... Если бы этот Resident Evil вышел 5 лет назад, то тут был бы QTE. Никаких QTE тут нет, это круто. У меня и так, короче, проблем полно. И тут мы встречаем этого нашего офицера, который в оригинальном Resident Evil 2 уже должен был быть мертвым, если я не ошибаюсь. Да, должен был быть мертвым, потому что Resident Evil 3 происходит чуть-чуть раньше, чем Resident Evil 2, и там он еще живой. А Resident Evil 2 он должен был быть мертвым. Вот у нас типа идет такое изменение лора, хотя все равно это никому не интересно. И он дал нам нож. Сейчас он даст нам нож. Или уже дал. Well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully. Ладно, короче, поверьте, вот он дал мне нож. И теперь мы можем обороняться от зомби. Если они нас схватят, я не сразу типа умру. Я смогу воткнуть в него нож. А так вообще нож вот по пробелу. Как-то я не заметил его полезности. Потому что тут зомби убиваются, по-моему, только хедшотами. Причем продолжительными хедшотами. И теперь у нас, смотрите, пример интересного, как бы, реализма. Вот этим ножом он теперь может перерезать этот скотч и открыть дверь. Приседать нельзя. Реалистичный горшок с зеленью. Что я хотел сказать? Я забыл слово. Интерьер. Похоже на интерьер и архитектуру, но не то. В общем, структура комнат. В принципе, похожа на второй Resident Evil, но она его дословно не повторяет. Тут у нас демонстрация мяса. Я не совсем понял, что это должно означать. Если мне не изменяет память, то тут должен был быть ликер, хотя я могу ошибаться. И голова должна была упасть, вот, но ее потом убрали. Теперь у нас падает зомби, а не голова. Так о чем я? Да, но никакого ликера тут нет. Вот у нас есть замок треф. Ключа треф у нас нет. Зомби ломятся, я их игнорирую. Я пытаюсь играть как бы, как будто бы это олдскульная игра. И надо отбегать зомби. Карта доступа. Отчет о событиях. Переоборудуем участок во временном убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. Взяли карту. Она мне не особо поможет, я ориентируюсь ужасно. Та дверь была закрыта, я ее проверял раньше. Вот, смотрите, зомби. Но не этот. А вон тот.
Они типа оставляют часть своих когнитивных функций или чего-то в этом роде. Видите, он был полицейским, поэтому очень любит жрать. Я его не буду трогать. Это знаменитая комната. Комната Леон. Добро пожаловать в полицейский участок. А это у нас порох из Resident Evil 3. Тут можете типа смешивать разные типы пороха и получать патроны. Тут у нас валяются... Ё-моё, они уже не валяются. Я думал, ты поиграешь в тело хоть немножко. Так, еще есть тело? Чувак, лежать. Я слышал, кто-то вошел. Кто это? Это наш толстопуз. Извиняюсь. Нож, нож. Сейф. Комбинацию к нему не знаю, но, наверное, люди ее уже нашли. Очень удобно, кстати, вот эта подсветка предметов. Читать у нас нету времени. Надо успеть все посмотреть и пробежать. Буду читать только случайные записи. Избранные. В сейфе два кармана, мне пишут. Ну и хрен. Ой, он воскрес. Как Иисус. Которого мы заслужили. Так, у меня чувство, будто я пропустил комнату. Вот для чего нам нужен нож. Совершенно бесполезный. Потому что зомби убиваются только хедшотами. Мне, кстати, игра напоминает... Ну, вот на форуме написано, типа, о, она, типа, feels outdated и так далее. Я согласен, она feels outdated, но, на мой взгляд, это неплохо. Или что мне она напоминает Dead Space. Извиняюсь, тут закрыто. Но, прежде всего, ну как бы жанром, как мы видим, управление типа третьего лица, камера слегка типа вот в сторону сдвинута. Вот эта прицельная тема очень похожая, как персонаж себя ведет. Перемещение вот по отдельным блокам. И чем она мне еще Dead Space... А, да. И вот этим стратегическим расчленением. Но если мы, допустим, у некроморфов отстреливали руки, то здесь мы отстреливаем головы. Да. Эй! У меня же была карта, я же брал ее. А где моя карта? Странно. Вот это, кстати, неудобная тема. Я же брал карту, она же здесь лежала. Где моя карта? Ну и хрен, все равно из дробовика там стрелять не по кому. Блин, маразм, а. Так, что мы можем взять? Пленку, пленку возьмем, от нее есть какой-нибудь толк? Возьмем нож, еще один нож, 103, 102. Халява. Опа, 103, 102 не можем взять. А чё можем? 106. Окей, мы возьмем 106 и 109. Это все мы взять не можем. Дробовик здесь тут лежит, мы его взять не можем. Потому что я потерял карту доступа. Мертвые! Без кос! Ё-моё, еще и развели тут шум. Фотолаборатория, фотолаборатория. Ящики, патроны. Порох.
Давайте. Я, кстати, так и не понял. Нам надо какая-то отдельная штука, чтобы... О, вот, вот как делаются патроны. Объединением пороха. Я думал, нам нужна специальная машинка. Нет, она не нужна. Лекарственные свойства трав. Люди испокон веков использовали травы для лечебных недугов и болезней. Вот алоэ, например, очень полезная фигня. А что... Ну и так далее. Можно включить свет. Травка! Ура! Травку можно смешать. Красную с зелененькой, и мы получим супер травку. Фигась. Здесь мы могли бы проявить пленку, если бы ее взял. Ой, я ее взял. Получили фотографию для следующего пазла, которого, наверное, в демоверсии нет, но я не уверен. В фильме представлены доказательства, не пропустите. Гениальный супер надмозговый перевод. В фильме представлены доказательства, не пропустите. В фильме. Окей. Ну что, ты вылез? А ты сиди там. Хотела меня обмануть, да? Что-то я слишком... Что, еще живая? Я не вижу. Развернись, Леон. Ой! Так. Если тут достаточно долго держать... Опа! Прицел, типа, скукожится. И, типа, можно более метко стрелять. Метче. Верни мне мой нож. Спасибо. Так, на втором этаже. Что у нас есть на втором этаже? Твою мать, поднялся-таки. What the? Сейчас будет страшно, сейчас будет страшно. Ужас. Кто-нибудь знает? Этот Дролин, помоги! Пароль! Пароль! Нужен пароль! Какой пароль? АБЦ? Так, это нам не надо. Будем экономить место. И это отвинтить нам нечем. Био, био, круто, био. Пароль био. Сейчас мы... А его где-нибудь можно посмотреть? Ну, в смысле, где я его должен был прочитать? Блин, этот патрон для дробаша. Они нам не нужны. Так, здесь мертвый, значит, я тут был. Тут у нас тупик. Отлично. Трава, не буду брать. Пошли дальше. Ну, биорез. Это уже получается какой-то этот... Metal Gear Solid, если я должен в названии игры пароль искать. Вот эта классная тема мне нравится. Типа, ты думаешь, что типа кто-то спрятался? Рез. О, магнум! Круто! Ладно, возьмем. Потом продадим. А на самом деле это вот тень от этой статуэты. Е, у меня есть ключ. Вот. И поэтому надо два раза щелкать. Вот это, на мой взгляд, неудачный дизайн. Тык. Тык. Трава. Трава. Но не полезная. Обычная. Обычный букет. Так, здесь у нас что есть? Какие-то складские, заброшенные, полузаброшенные помещения. Выкидывать из инвентаря, наверное, ничего нельзя, да? Я могу их выкинуть? О, я могу их выкинуть, круто. Потом выкину, может быть. А это что такое? О, йоу, деревянные доски! Круто. Тогда я лучше их... Ну, нет места, чтобы положить, и поэтому надо что-то выкинуть из инвентаря. Выбросим. Выброшенные предметы не вернуть, да? Вот такая фигня, они не на полу, ё-моё, Лён их сжирает. Возьму доски. Сколько у нас времени?
Блин, я смогу вернуться вниз? Надеюсь, я смогу вернуться вниз и забаррикадировать, ё-моё. Штуки, мне кажется, во втором... В каком-то Resident Evil такое было. О, круто, подсумки. Вот видите, я выкинул патроны, а потом нашел подсумки. Все по закону. Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков, они меня кинули после всего, что я сделал. Но раз уж такое дело, будь что будет, повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер всех этих тупых свиней в загоне и заложил взрывчатку. Осталось только ее взорвать. И все, сайонара, придурки. Ну нет, это слишком просто. Может быть, я дам такие... Кто-то психует. Так, а теперь буду психовать я, потому что я... потерял дверь. Я отсюда пришел? Или нет? Нет, я не отсюда пришел. Леон, это Марвин. Я нужен тебе здесь ASAP. Ты в порядке, Марвин? Как взорвать взрывчатку, меня спрашивают, я не знаю, потому что я как бы действую вот по наитию, я ничего не знаю. Вот опять же, вот неприятная тема, смотрите, вот в Resident Evil, допустим, в шестом, Леон спокойно бы эту фигню перепрыгнул. Или в каком, или в четвертом. В шестом он есть. А вот теперь приходится в обход идти, там куда-то спускаться, там что-то подниматься. Бам, ё-моё. Куда уходит весь бюджет, ё-моё? Ой, ой. Ты, ёпта. Так, так, лежат, лежат. Ха-ха. Ить. Давай, Лём. Ить. Так, почитать нечего. Так, ключ. У нас есть этот ключ. Это круто. Тут есть другие двери. Эта дверь куда? Блин, осталось 5 минут. Здесь нифига нет. Здесь головоломка. Головоломка. Нет времени решать. Так, получили карту. Бесполезная карта. Е, закрыто. Значит, мы сюда не идем. Когда играешь в Silent Hill 2, это самая приятная вещь, когда замок закрыт. Ты такой, да, я в эту комнату я не пойду. Блин, почему ключ надо отдельно использовать? Еее, я вернулся, откуда пришел. Привет, Марвин, что ты меня звал? She'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Жалко, нельзя перемотку чуть быстро. Я не хочу пропускать эту вещь, потому что я не видел. У вас на этой стороне. Что там у нас? I'm on it. Thanks, Lieutenant. Так. И отлично. Восточная сторона. Благодарим за игру. Твою мать. Я не знал, что это конец. Но у меня еще есть... У меня еще есть там, не знаю, сколько-то минут. Сейчас, одну секунду. Перетиснуть... Нет. Я все время щелкал «да» и не смотрел, на что я щелкаю «да». Смотрите, у меня еще сколько там времени было, я не посмотрел. Ну и хрен. Кажется, тут можно выйти на улицу. Я не выходил еще на улицу. Для Леона Кеннеди это должна была быть лишь короткая остановка на заправке сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Так. Можно выйти на улицу. Тут где-то Немезида бегает. Бегал. Привет, уроды. Да я знаю, что Немезида не в этой части, но чисто если по лору судить, он должен тут где-то бегать.
где-то искать Джилл. Блин, этот коридор, я все время в нем путаюсь. Я первую игру запорол, потому что потерялся в этом коридоре. Как это можно сделать, я не представляю. Потому что теоретически коридор — это коридор. Это кишка. Но у меня это получается. Потому что в этой кишке есть небольшой аппендикс, в который я все время забегаю и разворачиваюсь не в ту сторону. В туалет, нафиг туалет. Нет времени ходить по туалетам. Jesus. Jesus Christ! Я тебя вытащу, на этот раз у меня получится. Не получилось. Чувак, я в тебя сколько раз выстрелил, а ты, ё-моё, все стоишь. Я думал, он уже падать начал. Так, сюда, не сюда. Значит, сюда. А давайте проверим, можно ли их оббежать. Можно! Можно! Но я... повернул не туда. Вот. Выход же, да? И наверх. Вот, я уже запомнил. Ей! Нож он мне дал, да? Надеюсь. Разрезаем ленту. Блин, куда я нож скинул? Почему я все время должен подтверждать, куда нож положить? Какая разница, где он будет лежать? Но настройки мы потом можем посмотреть. Да, я знаю, что игра типа как бы плохо оптимизирована и так далее. Ну, наверное, ну, некоторые на хаях, некоторые на медиумах. Магнум, опять у нас магнум, хотя он нам нафиг не нужен. А может, мы в этот раз шотган возьмем? Может, мы успеем взять шотган? Нафиг этого чела, нафиг этот труп. Че ты все время падаешь? В какую нам сторону? Ну тут еще за счет того, что разрешение маленькое. Карта. Карта. Вот, положил ее сюда. Прошло 30 минут. Мне, кстати, нравится, вот сейчас в играх появилась такая тема очень приятная, когда они в настройках показывают, насколько у тебя загружена память видеокарты в процентном соотношении. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! That. You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Мне интересно, вот после того, как Resident 2 выйдет, они все-таки снимут это ограничение с демоверсии? Потому что оно выглядит, ну, достаточно странным. Такая одноразовая демоверсия, знаете, это почти такой же кошмар, как демоверсии на Nintendo DS, там, где их можно запустить только определенное количество раз. И вот мы видим, извиняюсь, вот мы видим Тофу Джилл, что ли? Нет, не перейти. Настройки. Графоний. Вот такой у меня выставлен графоний. Но вот на 720p вполне нормально. Не, я ни за что не куплю игру за 2000 рублей. В своей жизни я купил только одну игру дороже 1000 рублей, и я об этом жалел целую неделю. Она называлась... Мне даже стыдно сказать, как она называлась.
скажем так, эта игра про пазлы и так далее. И это был чистый тупой фанатизм. Ладно, окей, спасибо, короче, что были, что посмотрели, что мы оценили эту демку. Но если судить по демке, то игра будет прикольной. Как я уже сказал, я ее сравнил с Dead Space. А Dead Space это хорошо, такой exploration. Постепенно ходишь, собираешь всякую фигню, читаешь дневники. Очень жалко, что, конечно, не было времени читать все это в демоверсии и так далее. Крафт патронов, мне кажется, тоже тут выглядит достаточно органично и прикольно. Опять же, очень интересно то, что тут как бы сочетаются такие аркадные условные элементы, ну, тоже, допустим, трава или патроны вместе с ужасом, ну, как бы вот вся вот эта расчлененка и как бы драма и так далее, зомби-апокалипсиса. Прикольно, вот, мне кажется, в играх обычно такие полярные темы не сочетаются. Мне говорят, что с тренером можно играть в демку без времени. Да, я это знаю, но мне, признаться, как-то сыкотно запускать. Ой, ну и как бы я уже посмотрел, я типа уже знаю, про что игра. Года через два я ее куплю на распродаже. Ха-ха-ха-ха. Окей, ладно, все, отключаюсь. Спасибо, я.